Здравствуйте, с вами Милана Смицкая. По просьбам девочек сегодня мы рассмотрим схему. Смотрите вот поближе. К данному узору. Вот смотрите. На образце набираем такое количество петель, чтобы было кратно 6, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. На образце у меня 27 петель. То есть по данному узору видео уже есть. Просто схема плохо читалась, и девочки попросили меня еще раз опубликовать данную схему. Вот так обозначается 3 петли вместе лицевой. Сначала вяжем 2 вместе, пропустив первую, затем эту первую накидываем назад на провязанную. Плюсик означает кромочная, черточка изнаночная, лицевая, кружочек накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот так 2 вместе лицевой с наклоном влево. Значит, повторяем с 1 по 8 ряд. Четные ряды — это изнаночные ряды. 2, 6 ряд накиды вяжем лицевыми петлями. 4 и 8 ряд накиды вяжем изнаночными петлями. Вот смотрите, еще раз поближе схема. Надеюсь, это видео было полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч. Нажимайте на колокольчик и поставьте галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Также смотрите мои другие видеоролики. Думаю, вы найдете для себя что-то интересное. До новых видео!